Всем здравствуйте! Актриса Ирина Скопцева покинула этот мир. Об этом сообщается в инстаграме компании Art Pictures. Советская и российская актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скопцевой не стало сегодня в возрасте 93 лет, сказано в сообщении. Art Pictures – кинокомпания продюсера Федора Бондарчука и компании НМК Студия. Скопцева – мать Бондарчука. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Они сражались за Родину», «Обитаемый остров», «Жара», «Мэри Поппинс, до свидания», «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Сережа, 33», «Белая гвардия» и «Артистка». Скопцева, уроженка Тулы, выпускница исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и курса актера Александра Карева в школе-студии МХАТ. Она состояла в труппе театра-студии киноактера и вела актерскую мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии. Первым мужем Скопцевой был журналист Алексей Аджубей, вторым – режиссер Сергей Бондарчук. Она – мать актрисы Елены Бондарчук и бабушка актера Константина Крюкова. Скопцева – кавалер Ордена Дружбы за заслуги перед государством, Ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и обладательница почетного приза кинофестиваля «Кинотавр» за трепетность таланта и чарующую женственность. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока!